Аллилуйя! О, слава Тебе, Иисус! Я думаю, что самое плохое, что может быть. Для любого, христианина и для любой церкви это существовать без Духа Божьего. Да. Вроде бы существует, но там и Бога нет, ничего нет. Мы это не хотим. Я тоже это не хочу. Да. Давайте, у меня есть, мы сегодня будем говорить на тему и завтра, это может быть, если Бог не дал бы чухой, чтобы это могли говорить. Ей надо. Тебе надо отправить в Африку. Да, поверить, я хорошо. На тему человек, которого Бог будет использовать. Так это жмогус, кури дьявол. Или человек, которого Бог может использовать. Жмогус, кури дьявол. Может быть так лучше. Человек, которого Бог может использовать. Жмогус, кури дьявол. Мы будем показать, какие качества такого человека, которого Бог может использовать. Мое дело тебе показать качества. Твое дело принимать откровения и работать с ним. Да. Я не Бог, чтобы, если бы я Бог, куда бы, наверное, я не знаю, прочие истории, я не знаю. Я бы просто взял эти качества и просто тебе облачил. Поим что-то за вид, если правда, и вечер. Точно, я бы так делал. Значит, но вот Бог так не делает. Значит, делать ты мне надо. Тебе надо будет сидеть. Читать, слушать. И год, и два, и три. Пока это вспоминилось на тебе это качество. Вот почему Сара говорил мужу, говорит, знаешь, нам уже скоро 100 лет. А это наш Бог. Он нам обещал 20 лет тому назад. И тебе скоро 100 лет. Слушай, Агар тут. Агар. Да. Вот так человек, да. Так же вопрос. Да, для нас Бог мелт. Taip, mums atrodo, kad Dievas jisai vėluoja, jisai delsia. Taip, čia labai, kad atak. Žmogui taip atrodo. Но Бог понимает тоже, что человек, он расстроен. Bet Dievas taip pat supranta, kad žmogus jisai yra nes toksai išdelintas. Вот эти музыканты, как они перед тем, как начинают свою песню, играть на гитару и так далее. Понадобится иногда час. И другой раз еще больше. Чтобы настраивать свои эти инструменты. И так. Особенно Абдул, он там сидит, там, что там делает постоянно. Что-то там чинит там. Да. И если как больше расстроена гитара, так больше ему времени надо. Да. И мы тут ждем, пока все будет работать. И потом что? Хорошая музыка. А мы так же, как рука Божья. Мы весь расстроены внутри. А Бог хочет поправить нас. Чтобы музыка была красивая. Что это значит? Ты будешь терпеть людей. Ты будешь терпеть жену, мужа, поэтому у вас семья будет дальше идти. То есть ты расстроен. И ты хочешь в этом расстроенном состоянии, что Бог благословил тебя. Что Он давал тебе все.
ситуацию. Он этого не будет делать. Дievas tave laimintų. Он сначала даст тебе терпение. Jis iš pradžių duos tau kantrybę. Веру. Tikėjimą. Любовь. Meilės. Вот такие вещи. Štai tokius dalykus. А что? Если Арвидос понимает, что гитару надо настраивать, гитару реке сударить, а он человек. А как Бог? А как Девос? Как он знает, что мы расстроены? Решено, как нас еще сударили. Конечно, ты так не думаешь. Жену, а тут не головой без себя. Но это тот, это пока никто на тебя не наступает. Это только сам тебя не ушлепа. Поэтому ты думаешь, что ты настроенный, что ты нормальный все. Что головой, как ты нормально скажешь. Ну а что будет, когда уже тебя уволили с работы? Какое тебе состояние? Или кто-то тебе сказал слово нехорошее? Или не хватает денег? Ну смотри, как ты. И Богу это не нравится. Он хочет, чтобы ты был всегда, постоянно. Чтобы твое духовное начало было чисто. Это вот 20 20 будут тира. Мы будем по чуть-чуть идти. Нас еще лет эти. Я не хочу сильно вас загружать. Да. Откроем от Луки. Четвертая глава. Четвертый скинуть. Кто уже победил голод? Кас я нугалею от Альки? Голод. Слава Богу, я тоже победил. Аж ты под нугалею. Вчера я не мог даже стоять. Вам не галею нет, что вы? Я уже стою. Я чем-то не устану. Тоже. Побеждаем, переходим, состояние переходит на другой уровень. Мы состояние ставим на какие-то лиги, когда снова летают и отсматривают. Да. Но если у тебя еще голод, это тоже неплохо. Я у тебя так, и ты не неплохой. Живой. Только молись, что быстрее завтра. Ритуал сгречу. Господа, что быстрее, во имя Иисуса. Суббота, вон, приходи сюда. Не, что ты сгречу, как же штат не задел. Что штат, не гречу, а ты че. Чего ты меришь? Вот туда бордельцы. Твоя вся молитва, это о субботе. Ты сама, да, как же штат. Господи, я чую твое субботство. Что ты наш шалом? Шалом. Это лев поднимается. Четвертая глава. Иисус пошел поститься. Нам только 3 дня. И я вам скажу, если честно, это 3 дня. Вот завтра. Это уже как бы уже твое естество переходит уже на то, чтобы уже начинать, чтобы уже поститься. Jau rytoj tada tavo toks stovis pereina į tokį lygį, kad tu pradėtumėjai pasnikauti iš tiesų. Esybė tavo. No, mui, a vidite, a zavro že mui pastavim vot na eto silu, katru došna pradažiata, že pastavim stop. Mes jau kaip sustabdysime tą jėgą iš tiesų ir turėtume būti toliau gilį. To есть, mui toka входим в это, если честно. Taip sąžininkai pažiūrėjus, mes tik įeinam į tos. Пока. Колкастись. А Иисус шел 40 дней. О, Иисус ее 40 дней. И когда он закончил? Только из Бога. Понимаете, 40 дней это уже совершенство. Дальше не надо идти. Пока ты дойдешь до 40. Вот он, а если ты то с 40. Ты знаешь, сколько уже откровения. Должны как его прищти. Ты знаешь, сколько тебе это мозг уже очистился. Как его смяги не стало всевали. Это много. То есть уже ты сам поймешь, что... Ты подсупрайся. Моисей был на горе 40 дней. Был он кал на 40 дней. Когда он вышел оттуда, он весь сиял. Он принес эти законы. Законы. Которые, если бы он жил обыкновенной жизнью, он бы не дошел до такого уровня мышления. Если бы он просто жил, он бы не дошел до такого уровня мышления.
pasiekęs, nenuėjęs iki tokio mąstymo lygio. Jis nebūtų pasiekęs. Находя на горе. Bet būdamas ant kalno. Этот духовный мир открылся ему. Būdamas ant kalno, jam atsivėrė tas dvasinis pasaulis. Он начал писать. Jis pradėjo rašyti. Идет о чем писать. Ir tai jam ėjo apie ką rašyti. Jis tai gavo. На работе. Bet reikėjo 40 dienų. И когда Иисус закончил пост, ir kai Jėzus baigė pastinką, Сатана подошел к нему. Шетонас приехал при нем. Испытывал его на три уровня. Ir jį norėjo išnaiginti трем лигейс. Или направление. Трем криптем. Первое это пища. Первое это мейстас. Второе это власть и слава. Антрас, это era шлова и вальджа. Третье это религиозная сила. Ir trečias, tai yra religinė valdžia. Jėga. Jeigu tu esi Božė, jeigu tu Dievo sūnus, ir tai antras būdas. Ne, tai trečias. O jeigu tu esi Božė, jeigu tu Dievo sūnus, pakilk ant krūvio. Pakilk ant krūvio. Pakaži tvojų religiozną, duchovną silą. Parodyk savo religinę dvasinę jėgą. Вот почему некоторые люди входят с ума. Они что такое духовные супермены, хотят страдать, они что такое. И сами страдают. А Иисус отказался от этого. Я об этом сейчас не буду говорить подробно. Но стараться не быть слишком супер, чем надо. Да. Если там будет кашпорт, супер, не горит. Мы тебя любим, мы хотим, мы чтобы ты всегда был. Чтобы ты не зашел за много, куда не было. Иисус имел, хотя он Сын Божий, но он отказался показать какую-то духовную силу. Породить какую-то дважную ега. Отказался. Первое искушение было. Первое спокойствие вас было. И поклонение еще. Это слава. Слава. Слава и. Да. Слава и это. Власть. Или сколько там искушений? Три или четыре? Три. Первое это пища. Первое это маэстас. Второе это поднимение на это. Кришу, да. Антрас. Кривый. Да. Да. Сейчас, давай посмотрим. Потом он сказал еще, поклонись мне. Вовел его в Иерусалим и поставил его на крылья храма. На это второе, наверное. А, шестой стих. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми царствами и славу их. Ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься. Вот здесь это слава и власть. Чира вальча шлаветри. Третьяс погундимас. Он искушает его на это славу и власть. Гундей, будем вальча шлова. Он хотел, чтобы Иисус поклонился ему. Чтобы власть и слава передала ему. Иисусу. Как Иисус, если эти дуату шлова и вальча. То, что многие чиновников имеют сегодня от дьявола. Многие из вальдинников тут ищут шенде. Ими руководит дьявол. Им садовала им нравится эта власть. Им притика та вальча. Эту славу. Та шлове. Которую дьявол дает, чтобы руководить в этом мире. Туда ходят и масоны, и всякие религиозные деятельности. Да. И они поклоняются дьяволу. Один человек, я слушал его свидетельство, который для славы, он раньше был сатанист. И потом он хотел убить одного человека, чтобы он мог подняться на должность. Но он говорит, этот человек каким-то образом исчез из его рук.
Но он это говорит и вещи уже, когда он покаялся, после покаяния. Ведь из пасуха это его по-ангелос. Многие люди, которые правят сегодня с власти, кабинета, как раз... Долгие лишь мы не упрещены в Анджея, кабинета все и Валда, и как ты ешь. Гавна там Анджея. Мы от Бога, много из них. Не, из дьявола. А сатана за ними стоит. Бет уж не стоит шатана. Поэтому такие решения, такие законы. Тогда такие статы, такие спрендимы. Да. Да. Это искушение о хлебе. Чем погундемас дуана? Он говорит, Иисус ответил, говорит, что не хлебом одним буду жить человек. Иисус отсако не вина дуана, пусть гимаш Богус. Но всяким словом Божьим. Это четвертый стих. Бет кеквену Дево жочу. Четвертый будет. Жить человек. Гивенте. Жить. Гивенц. Жить. Жмогус гивенц. Гивена. Человеку, чтобы жить, ему нужен хлеб. Жмогус гивенту, я мрекалинга дуана. Физически, да. Физиня дуана, материали дуана. И ему нужно Божье слово. И я мрекалинга с Дево жодис. Чтобы жить. Кад гивенту. Но Сатана хотел на это место дать припочтение, припочтение физическому хлебу. Вечетонас норея, что и где-то Езу породити, как бы сказать, интересное, применимое, будет физиной дуаной. А Иисус продолжает держать духовно. Он Езу столетался, лайкитес уж двасене дуаность. Он говорит, что не только хлебом, одним будет жить человек. И сако, не вина дуана ж могу сгивенц. Но и слово Божье нужно человеку, чтобы жить. Рекалинга с Дево жодис, каж могу сгивенту. И я соглашаюсь с этим. И наш сутинку за то. Все, которые сегодня в тюрьме сейчас. Все, которые сегодня в калейме все. Не потому, что они не достают хлеб кушать. Не потому, что им будут руки от дуана. Они просто не достают ума. Им стесок трука прото. Я люблю божественным. Аж что мені дедушко прото. Многі, які в розводі. Довгі ли скоріш з кіря. Їм достає Божого слова. Їм труко дьявол жоджа. Вечно создає всякі оружие для війни. Куря ми і розгінли. Карой. Тому що їм достає Божого слова. Нес трукста дьявол жоджа. Так что человеку нужно больше, больше слова, чтобы не мучить. Таки, жмогу рейки, Дево жоджа, чтобы изгалету гивенти. И жи правильно. И в тейсингой гивенти. Поэтому, я как служитель, аж как тарнаутоец, мое старание, ману пастынгос, не то, что тебе вести к физическому хлебу. Не ты, как тебе вести при физинес дуамас. Поэтому я вам говорю, мы будем... Будем высоко. Мы будем паститься. Мес возникаусы. Мы будем молиться. Мес мерсимес. Физический хлеб. Физиня дуана. Это ты сам об этом заботишься. Ты тупац об этом упинеси. Да, смотри. Жюри. Вот когда мы говорим, что будем паститься. Ки мяс сакем, как мяс возникаусим. И мы начинаем паститься. И мяс праведом возникаусим. Смотри, что с тобой происходит. Жюри, сикста, сутава куна. Да. Ты начинаешь видеть какие-то проявления слабости. То, я вам тихо, что просто есть сопному пасирищу мос. Еще что-то тошнит. Кашкас пики на тебя. Всякие там проявления на тело. Деликой куня проседа. Это уже духовная проблема. Ты вот вас не проблема. Это симптомы. Те симптомы. Но если ты будешь продолжать это делать, ты увидишь, что это исчезнет от тебя, а твой дух будет крепким. Ведь если ты только и тебя собери, то помогись, как ты себя великой поликс, от того творения стипрес. Но это не сразу. Это не шкарту. Да, поэтому если у тебя это есть в теле. И вот ты уйти, то с процессом куня. Да, это просто показывает твое духовное состояние. Это вот вас не стоит. Но это не плохо. Да ты не работай. Потому что это просто тебе откровение, тебе о том, что какое состояние твоего твой дух. Ты вот этого пришкима, сколько стоит это вот весе. И ничего больше. Единственное, что надо делать, и не ты ж далеко скарики это
Потому что, например, ты пошел к врачу. Павлович, кто иди пас доктор. Тебе сказали симптомы. Потом начинают лечить тебя. Тогда видите. Да? Поэтому, когда ты видишь, что даже не только время поста. Не только пас не помню. Даже без поста ты же видишь, что тебе там, как ты чувствуешь себя. Павлович, иду смотреть, как ты утешишь, как вас викста. Как ты быстро раздражаешься, например. Как еще что-то не так. Это все это духовная проблема. Это все это симптомы. Лечить симптомы. Да. Ну, надо лечиться. Ты берем пост. И как больше ты это делаешь. Так больше ты помогаешь твоему духу перейти из этого плоского состояния. Поэтому как служите? Я буду стараться вести к духовному. Вести предвазнюю дали. А материально ты сам заботишься об этом. А материально есть тупац посоропиться. Да. Поэтому наша жизнь с вами. Это не то, что ты там будешь что-то трогать, что-то почувствовать там. Нет. Мы духовные. Мяс двазнюю лишь молец. Да. Не обязательно что-то трогать или видеть. Не обязательно кашка мандитер полез. Но что все к Богу идет. Бет висказина. Да, но со временем ты увидишь, что Бог тоже делает в твоей жизни. Я как-то рассказал, как Бог сказал одному человеку, иди толкай эту стену. Эй, поступ та стена. И он пошел. Начал толкать. Он даже не спросил у Бога. Зачем это нам? Что от этого будет? Он ничего не спросил. Он пошел и начал толкать. И год, и два, и три. И четыре, и пять. Он толкает, толкает. Стена не падает. И он расстроится. Расстроится. И оставил. И пришел к Богу. И говорит, Господь, ну, зачем? Ну, зачем как? Такое упражнение? Зачем мне это толкать стену? И он такой расстроенный. Христос, и Господь ему говорит. Ты но ты же меня не спросил. Да ты не поклался, когда я тебе сказал толкать. Что я стал посекил стумти. Но теперь добавь, все равно то, что я хотел, уже есть. Кашно верю, то я и рад. Цитико ты. Господь говорит, смотри на твои руки. И сам рукас. И он смотрит. Или и он увидел, что мы все уже подросли. И говорит, вау. Да, хорошо. И Господь говорит, это то, что я хотел. Я не хотел, чтобы стена падала. Я хотел тебя извинить. И там со своими обстоятельствами. Само там прикиде, но. Где Бог? Кур делась. Эти проповедники обманщики. А где он? А кур есть. Вот и тот, как это, который толкает стену. Ведь тут, как та скорость на стену. Ты подожди. Тупала. Скоро ты увидишь, что духовные мускулы. Как два с ней ромились. Ты уже не будешь сказать, где Бог? Ты уже не сакиси, курдия. Ты уже такой довольный собой. Если тебе говорить, просто называть тебя по имени, что тебе уже не нравится. Тогда я войду на ворду, и там не потинка. Потому что ты подрос такой. Не знаю, кто спауга. Я же евангелист. Надо сказать евангелист. Ты посекись евангелиста. Но когда ты толкал, это не падал. Ты такой расстроенный был. И не крито, и тут бывает на людях. И на Бога там. А теперь через некоторое время ты такой евангелист хороший. Приезжай в город и хочешь, чтобы все стояли на дороге. А вот это момент толкания или как это? Нам это не нравится. Но мы не понимаем, что Бог вообще не против нас. Он помогает нам. И спадает нам. Среди этих обстоятельств. Вот теперь, когда, например, я слушаю, что там про меня кто-то говорил плохое. Недавно одна девушка мне послала сообщение из Америки.
То, що я був вдома і не... Те, коли ж бував на мій Африкою, я... Не навістив її мамі. Його з мамос. Не був у мамі її. Не бував пас її з мамою. І вона услышала, що я був... І ми шкірда, коли ж бував в Африку. І вона мені написала... Ти не мав параші. Недавно сообщение. Я не говорю, чому так. Ти дуже злой чоловік, плохой. Ти з блога шмотись. Ти був вдома, даже не... Ти був на мій, та най. Навістив маму. І не плакій мамос. Ти плохой. Ти блогас. А я її спросив, поможь мені. Ось її спросив, як подійду вам. Да, до того, що коли я приїду в Америку. Коли я ще приїду в Америку. Щоб вона там допомогла мені. Коли ми вам подійду. Ну, де жити там. Коли вивенти. Познакомі мені з некоторими. Скажіть то з мене. І вона написала, що я не буду це робити, тим плохо робити. Аж подивись, то була ваш бус. О, це я сообщили. Я сразу мене внутрі. Посла її. Ответь. Порощите. Той я уже набрал все, что надо было. Ты ее решил? А потом я не послал. Не носу ничего. На что это я говорю, вы знаете? Как ты приготовил ты? Однажды мы видимся. Когда нож нас посмотрим. И я тогда ей скажу. Ты же тогда посекись ее. Но это было уже в совсем другом состоянии. Это его пуски там, сколько там реагируют. Что тут буду реагировать всегда? Каши реагируют себе сады. Понимаешь, эти все, это Бог помогает. Всякий раз, когда эти вещи, да, сразу видишь, что со мной было, и я сразу видел, что это не она, это Бог хочет мне показать, что какой я еще есть. И я да. Это оставил. И такие далекие виксты, аж из каждого поматока, как не ее еще кажутся, Я тебе знаю породити манос там. Или так говорю, что на тебе что-то говорили. А ты тебе кашка пасаки. Мне это уже просто удовольствие уже. Ну, а ты мало думаешь, ты все увидел. То, что там еще про меня говорят. Ты как мало, а ты мне так кашка пробовал. А че делай? Это так хорошо. Ты тебе верил? Мне было бы странно, если бы не говорили бы про меня. Я говорю, не говорили бы про меня. И не проверяли бы меня. Не ты кренту, мамяс. Было бы странно. Буду кейста. Если эти вещи не буду. Я говорю, ты далеко не вас. Ты не будет какой ты состояние. Ты не помогите, каким ты стове ваш. Если я не буду. Я говорю, пусть ты далеко. И все такое ты имеешь спокойствие в Боге. И шлайкей, а рами бедерую. Ты доволен. Ты потянь. Те чувствуют, что они победили, что сказали такое. Я ему говорю, не спасаки, а ты тогда ты перты. Пусть. Таку. Мы же не воюем физически. Не кореваем физически. Пусть человек хоть чувствует себя победителем. Ну, пусть такой позиточек. Один раз в жизни. Удивительно, как ты галетой. Да. Конечно. Что ты хочешь показать, что обязательно ты. Да. Будь она и черту. Это не обязательно. Не будь она. Но духовно. Бед вас. Ты победитель. Ту. Галетой. Физически? Физически, Жюрин. Нет. Нет. Тот, который сказал. Тот, который спасает. А ты не реагировал на это. Не он чувствует себя победителем. Да, есть, тогда я учусь ему галетой. Но духовно. Бед вас. И совсем другой перебор. Тут физически киток стоишь дело. Вау. А кого ты хочешь это? Удивить. А? Удивить. Удовлетворить. Пока ты нори потянь. Человека или Бога? Шмогу, а дело. Окей. Так. Почему мы читали это место? Куда мы скидываем это место? Чтобы вы знали, шумотами, что церковь, как божнича, мы идем к духовному. Как божнича, нас именно пред для того, вас, чтобы и наш дух, там, как мы судвасе, он мог подняться, и когда покинуть, лечиться. И жгит. И когда это будет, и когда ты отцепишь, ты будешь это чувствовать на твое тело. То я у себя куня то стали. Ты будешь это чувствовать на твое это настроение. То я у себя ты сама нотика. Они будут совсем другие. Нотика того будет связать это. Так что не обижайтесь, когда вас приглашают на пост, на молитву. Кейс подвеча и молда и праздника. Это потому что человек. Не жму пост. Он и только должен жить по физическому хлебу, как Иисус сказал. Есть не только ты тоже гивент по су физине дуана. Тебе нужен этот духовный. Там рекалинга двасня дуана. Для укрепления твоего духа. Как сустепрет от того двасе. Внутреннего человека. Веденешь могус. А если ты это не хочешь? Ой, то тоня, но. Он продолжает укрепить твое тело, твой плод. Толю ты аск, савуку настепринг. А кто будет раздражаться быстро? Опас тогда греется сержанс. А кто будет посылать своего партнера вон куда-то? Кас савуку.
Шевлин, а кто быстро возьмет куртку и из-за раздражения пошел? Это ты будешь. Потому что ты не можешь, чтобы Бог работал в тебе. Потому что если ты трогаешь, запай пошел. Ты весь пламя такой внутренний горит. Не хлебом одни будут жить человек. Но всяким словом. Слово, которое приходит и изменяет человека. И дает человеку откровение. Как жить с мужем. Как жить с женой. Как жить среди людей. Как жить в обществе. Вот это слово нужно. Как жить, чтобы ты сохранил твое здоровье. Как жить, чтобы никто не портит твое настроение. Вот это дает не физическое. Это дает Бог. Через слово. Если ты это хочешь, тогда идем вместе. Я это хочу. Я иду по этому пути. До сих пор. Иду. Если ты это хочешь, если ты только хочешь материальные всякие проявления, ну, тогда можно, но тогда нужно другое место, нужно другой человек. Какая тема у нас? Говори слух. Какого человека Бог может использовать? Тема, как Бог вас гали, но добро. Откройте исход. Еще одна книга. Третья глава. Третий скинус. Исход. Третья глава. Мы годы назад были в одной деревне. Кто запомнил на Кайме? Белоруссии. Белоруссия. Это было вечером собрание. И мы там была группа африканцев, все мы были вместе. Самуил, Сандей, Самсон, Пётр, Моисей, все мы. И наши девушки. И наш магазин в одну деревню. И проповедь. И они все, все это деревни собрались. А там эти, как это, которые летают. Там, где искры. Комары. Там вот искры. А там комары, там кусают в этот дом. И мы... Мы там начали смеяться, они кто-то берут свою Библию. Свою Библию, муша его. И сделали Библию по голове. И делают там голову, муша. Нам так смешно было. Библии тут уже не читают, уже инструмент. Молодой инструмент. Разгоняй комар. Воду свеки. Да. Давай читаем своего стиха. Моисей пас овец у Ефора. Тесто своего священника Мадиаманского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень, и пламень огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, откуда куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть,
И воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Господа. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от представников его. Я знаю скорби его. И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей, из землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, из землю хананеев, хитеев, амореев, фаризеев, евреев и евусеев. И вот уже вопль сынов израилевских дошел до меня. И я вижу угнетение, какими угнетают его египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог... Все, спасибо. Пожалуйста. Мозе ганят само ощеро медьянечу книгу и отровис. Картис Бога насиваря себе с уж дикумос, пред Дьево кална горябо. Jam pasirodė viešpaties angelas ugnies liepsnoje, kylančioje iš krūmo vidurio. Jis matė krūmą degantį, tačiau nesudegantį. Mozė pasakė: «Eisiu ir pažiūrėsiu šį didingą reginį. Kodėl nesudega tas krūmas?» Viešpats pamatė jį artėjant ir pašaukė iš krūmo: «Mozė, Mozė!» Tas atsiliepė: «Aš čia!» Jis sakė: «Nesiartink prie šios vietos, nusiauk nuo kojų apavą, nes vieta, ant kurios stovi, yra šventa žemė. Aš esu tavo tėvo Dievas, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas». Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti į Dievą. Viešpats tarė: «Aš pamačiau savo tautos vargą Egipte ir išgirdau jo šauksmą dėl jų prižiūrėtojų. Aš žinau jo sielvartą. Aš nužengiau jos išvaduoti iš egiptiečių rankos ir išvesti jos iš to šalies į gerą ir plačią šalį, plūstančią pienu ir medumi, į kananiečių, hetitų, amoritų, perizų, hivų ir jebusiečių žemę. Izraelio vaikų šauksmas pasiekė mane. Aš mačiau jų priespaudą, kaip egiptiečiai juos engė. Taigi dabar eik. Aš siunčiu tave pas faraoną, kad išvestų iš Egipto mano tautą, Izraelio vaikus». Mozė atsakė Dievui: «Kas aš, kad eičiau pas faraoną ir išvežčiau iš Egipto izraelitus?» Dievas atsakė: «Aš būsiu su tavimi. Štai ženklas, kad aš tave siunčiu, kai išvesi tave». Смотрите 10 стих. 4 глава. И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я нечистый, и таков был был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычным». Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли, Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебе, что тебе говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господи на Моисея. И он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе и увидит тебя, возрадуется в сердце своем». Все понятно? Мозе таре Вешпачу: «Вешпати, аж не су шкальбингас, не бувал токс ангщел ни дабар, кай ту пробили и саботарна. Ман сунку кальбети, мона лежу ви спинаси». Вешпати ям отсаке: «Кас сутверя шумогоус бурна? Kas padaro jį nebylų, kurčią, matantį, ar aklą? Argi ne aš, Viešpats? Taigi dabar eik, o aš būsiu su tavo lūpomis ir tada pamokysiu, ką kalbėti». Jis atsakė: «Prašau, Viešpatie, siųsk ką nors kitą». Tada Viešpats pykęs tarė: «Žinau, kad tavo brolis Araonas levitas yra iškalbus ir jis pasitiks tave. Tave pamatęs, jis džiaugsis savo širdyje». 11 стих 3 главы говорит: «Моисей сказал Богу, кто я?»
Šitą jautę sako, Mozė pasakė Dievui, kas aš, kas aš. A četvrtą glavą. Ketvirtą jautę. Ketvirtą skyrių. Десятый стих. Десятый лути. Моисей раскрывает, что он имеет в виду, кто я. Моисей, Мозе, если ты все открыли, кас и что сурис ира, как я матрода. Почему он сказал, кто я? Как все ира, куда нас басаки, кас аж. Моисей видит свои недостатки. Мозе мато своего трудность. Человек, которого Бог будет использовать. Жмокус. Kurį Dievas naudos. Он будет всегда видеть две вещи. Jis visada matys du dalykus. Запомните это. Atsiminkite tai. Я очень молюсь, чтобы Бог... А что ты молчуешься, как Dievas? Поднимал служителей. Келту тарнаутуюс. Если вы хотите знать мою цифру. Jeigu jūs norite žinoti mano skaičių. Служителей, о которых я молюсь. Тарнаутую скейчу, для кого я молчуюсь. То я вам скажу. Ты еще посетишь. Тысячи пасторов. Тысячи пасторов. Аминь. Вам понравилось? Да, спасибо. Так, слава Богу. Шла бы это Моисей. Ты видишь, это с Мозе. Всегда, когда Бог будет, я желаю, чтобы Бог использовал нас. Аж трог, чтобы Дева смус на доту. Поэтому первое, что я чтобы Бог хочет, чтобы мы знали. То первое, что Дева смотрит, как меч на доту. Человек, которого он будет использовать. Жмогус, кури и снудос. Это человек должен видеть две вещи. То жмогус, перемотри ту деликус. Первое. Первое. Бога и его откровение. Дева и ее опрещима. Ладно. Может быть, если сказал, видеть Бога, да, может быть, за много будет выглядеть опасно. Матить Дева, галбуть пердок, и он не сотрудится. Первое. Первое. Он должен видеть Божье откровение. Дева прищти нос. Моисей начал видеть Божье откровение. Мозе придет видеть Дева прищти нос. Моисей видел Божье откровение в огне. Дева прищтима, угниеясь ему. Моисей начал слышать, что Бог говорит. Ис прадел гердете, как Дева скалба. Не то, что человек говорит, а что Бог говорит. Не ты, как шмогу скалба, да, как Дева скалба. На самом деле, да, мы... Давайте вместе с вами поразмышляем. Помастите им карту с вами. Ну, как ты будешь служить Богу, если ты его не слушаешь? Как ты тарнался Деву, как ты его не герди? Если ты не знаешь его слова. Эко ты не знаешь его жонжа. Если ты не получаешь откровение от него. Эко ты не гауне пришки в ушел. Что ты будешь делать? Как ты дарись? Человек. Шмогус. Которого Бог будет использовать. Кури Деву с молдос. Он должен видеть две вещи. Из тури матити ду далекос. Первое. Первое. Божье откровение. Дева прищимос. Он должен уметь Бога слушать. Из тури мокети Дева. Или когда он читает Библию. Арба кейс. Потому что если говорит, ну, есть некоторые вещи слушать. Если говорит, что уметь слушать Бога, может быть, это за много тоже. Он должен уметь понимать Библию. Когда он читает Библию, ты должен уметь понимать, что ты читаешь. И тури мокети супрасти, как там скрытые. Что откровение приходило к тебе. А прищимые ты тут дал. Так и было с Моисеем. Ты был с Мозе. Моисей начал видеть Божье откровение. Мозе придумал это дело, а прищимос. Моисей начал понимать, что ему надо идти помочь освободить людей из рабства. Когда им нужно идти, подеть и швадуать жмонец из швагистес. То есть у тебя должно быть откровение от Бога, к чему, что ты будешь делать. Tai yra, tau, tu turi turėti tuos apreiškimus iš Dievo, ką tu turi daryti. Kto znaje второй? Kas žino antrą dalyką? Dieva. E? Svoji nedostatkė. Prosto na Dievo. Nada vidite sibie. Reikia matyti save. Ne toka to, što Bog tibie gavarit. Ne tik tai, ką Dievas to sako. Nada vidite to, što i sibie. Reikia taip pat matyti ir save. Eto važno. Tai svarbu. Eto važno. Tai svarbu. Dvi vieši. Du dalykai. Vidė, kakoje ty sustojanė. Matyti, koks tavo stovis. Da, ty vidė svieto božistvinė. Tu matai tos dieviškus dalykus. O ty dožė umėti tožė vidė sibė. Bet tu taip pat turi mokėti, matyti ir save. Какие недостатки? Какие трудности? Какие грехи? Какие снуды нас? Это важно. Ты сварку?
Откроем Исаия. Смешная Исаия книга. Когда я говорю грехи, я имею в виду запинающие. Запинающие. А произгончивость моделес. Постоянно ты в этом находишься. Постове ту, я в лесе отрандес. Что есть твоя слабость? Кур того святнивия? Каз это того святнивия? Да. Окей. Шестая глава Исаия. Издаю шашки скинус. Мы читаем с первого стиха. На прямом севутес. До шестого стиха. Ики шештос. Edita šitą dalyvęs. Karaliaus Uzijo mirties metais mačiau viešpatį, aukštame ir pakeltame soste, jo rūpas pripilnė šventyklą. Serafai stovėjo ties juo. Kiekvienas iš jų turėjo po šešis sparnus. Dviem jie dengė savo veidą, dviem kojas ir dviem skrido. Jie šaukė vienas kitam, sakydami, šventa, šventa, šventas kareivijų viešpats. Visa žemė pilna jo šlovės. Durys sudrebėjo nuo šauksmo, o namai prisipildė dūmų. Aš tariau, vargas man, aš esu žuvęs. Aš esu žmogus nešvariomis lūpomis ir gyvenu tarp žmonių nešvariomis lūpomis. Aš savo akimis mačiau karalių, kareivijų viešpatį. Vidėš? Matot. Sekį ras. Bet kokiu metu. Kada ty vidėš Boga. Kai tu matai Dievą. Ir tu nevidė sibė. Ir tu nematai savęs. Eto problema. Tai problema. Naviena ty ne Boga ty vidė. Reiškia. Tikriausiai, tu ne Dievą tada pamatėjai. Ir sėki ras. Arba bet kurį kartą. Kada prigodė atkabėdė Božek tibė. Kai teina Dievo prieškimas. Ir tu nemožė vidėti tų nagatų. Ir tu negali pamatyti savo nuogumo. Tuo įnidastatį. Savo trūkumų. Skoriasi buvo ta nimboga tibė. Greičiausiai, tu ne Dievą atėjai. Buvo patinu liūdį. Štai kodėl. Kad turės pišat, su ta dėra Dievo Boga padai. Skuba kažką daryti dėl Dievo, jie krinta. А вот Исаия, когда он начал слышать, его духовные уши открылись, он начал слышать свят, свят, свят. И вот тоже духовные глаза были открыты. Потому что он описал Бога. Духовные глаза открылись, уши открылись, и он пах перед Богом. И говорит, что ой, какой я человек. И он начал видеть свое окружение. Боже мой. И что Бог делал? Считается мой стих. Vienas serafas atskrido prie manęs, jis laikė rankoje žėruojančią anglį, kurią buvo pasėmęs ir aplėmis nuo aukuro. Jis palietė ją mano lūpas ir tarė, štai jį, palietė tavo lūpas, tavo kaltė panaikinta, nuodėmė apvalyta. Dėda? Matot? Vos maisti. Aštuntojautė. Aš girdėjau viešpaties balsą. Jis klausė, ką man pasiūsti, kas eis už mus. Aš atsiliepiau, aš čia, siūst mane. Wow. Все поймите, дорогие мои. Здравствуйте, дорогие. Например, мое как бы служение, да? Вообще, мано турнавимо. Сперва не направлено к человеку. Вы суперва не нукриптес и жмогу. Направлено к мне самому. Нукриптес и маня пати. Вот почему я стараюсь не реагировать на некоторые вещи. Что я делаю, что я пью сегодня работе, как у вас далекусы. Если я, чтобы Бог меня использовал в жизни других людей, он должен это начинать со мной. С собой. Да, людьми, с собой. Понимаешь, забудь про эти мысли идти кого-то изменить. Вот лезь в жизнь чужих людей. И их дела ты всегда будешь получать по голове. Я вам говорю правду. Если ты спасешься, так слава Богу, так. Но ты будешь очень вымученный, как слово это. Вымученный. Мы с силовой шпишься, не всякой кинцевой.
Давай я вам задам вопрос. Вот про Моисея, когда мы читали. Моисей слышал. Моисей видел. И Моисей говорил, не я. И он сказал причину. У меня вопрос. А что же Бог помог ему там или нет? Кто помог? Что он делал? Ну ладно, это раз. Еще? Девас подел я, да, Аарон. Раз, да. Аарон, да. Да, спасибо. Да, роль Аарона. Thank you. Он говорит, что Аарон поможет тебе. Аарон стал подел спасаки Девас. И он, это палка, которую Моисей был, была. И это потом с лаздаркой Моисей турел. Бог начал ему показать, что делать с палкой. Девас породе, ка ям дарить с той лаздаркой. Но этого не было бы. Bet šito nebūtų buvę. Jis į Maisėjį nevidėjo. O jis buvo tokio vidėjo atkravenė. Jeigu Mozė tik būtų matęs apreiškimą. Ir nevidėjo į sibie. Ir nebūtų matęs savęs. O jis paruošė būtų pomoš at Boga. Jis nebūtų gavęs pagalbos iš Dievo. Второй вопрос. Antras klausimas. Когда Исаия видел Бога, и слышал Бога, и он видел себя, вопрос, Бог ему помог или нет? Что он делал? Видишь? Он начал его очищать. А потом, Бог говорит, кто пойдет? Исаия говорит, Он говорит, я! И Израиль не посадил, аж! Я Господь. Аж, Господь. Если ты не стараешься, будет видеть твои недостатки. Если ты не стараешься, будет видеть ты будешь страдать. Ты кентесен. Да, ты понимаешь, что ты служишь Богу. Которую тарнал и делай. Но Господь тоже хочет помочь тебе. Это лишь после подмора победы там. Так, дорогая церковь, не, потому что, например, ты там слушаешь проповедь, сейчас хватает проповеди по компьютеру. Короче, вот, один пастор в одной стране в Африке, это в Конго. Конго, республика. Он вообще запрещает своим читать там какие-то книги. Если он уждрывает своим книгам. Запрещает там всякие проповеди слушать. Высокий спомогство служит, жюрит, голосит. Лина, я не знаю, хорошо ли это нет. Но это уже как бы вам осенью, да, да. Хорошо ли это нет? Но любой одной из больших церквей в Конго. Я не говорю, я не... На, что я хотел сказать? Когда ты смотришь телевизор, когда ты читаешь книги, когда ты слушаешь проповеди по компьютеру, конечно, будет тебе откровение. Но это откровение, это не значит, что Бог тебя изменяет. Тебе самого. Ты только берешь откровение. И ты сразу же можешь куда-то бегать. Сразу хочешь что-то сказать. Well, но не забудь. Через это откровение. Видеть, что Бог хочет, чтобы ты делал. Помните, как Девас нори, как ты дарит уме. И каким Бог хочет тебе делать. И какой Девас нори тогда подарит. Должен быть этот баланс. Тори будет этот баланс. Обязательно. Иначе ты будешь... Кто ответит, то... Как это два сына жили у отца. Было до сына спасли. Младший сын говорит, папа, дай мне все то, что принадлежит мне. И он пошел. Я, наверное, похож на этого младшего сына. А что будет поношусь и та, я мне снизу. Поэтому я папа в России. Ты делаешь по полю в России. Да, однажды я сказал родителям. Все, мне уже хватит с вами жить. Мама, штемпел, все мне сгинул. Мама плакала. Мама верка. Да, но меня пустили. Вот меня ишляйда. И потом я это сам добился, получил эту стипендию. Аж под... Я говорю, та стипендия. Да.
Это важно, что я пошел вон. Ты тесок все решил. А это старший работал. Однажды это младший пришел домой. Когда-то с грижом у него не снесу. Весь побитый. Засушнас. Да, пришел. Отец радость его принял. И там это начали это торжествование. Вот и ищели я. И пир. И это первый раз старший брат вышел к отцу. Говорит, отец, ты что? Сколько я работаю у тебя? Да. Сколько я все делаю? А ты даже меня ничего такого не... А отец говорит, ты же всегда со мной. Я к чему? Ты можешь просто... За Бога много делать и без Его помощи. Ты гали дел Дьяво дарить долг и без Его помощи. Но это не значит плохо то, что ты делаешь. Ты не благой, как ты дарил. Видишь, это отец не упрекал старшему сыну. Не прикрешла бы уверял. Почему ты там много работаешь? Почему ты туда-сюда? Нет. Это он сам потом начал что-то чувствовать. Он проделал вести кашка. Человек, которого Бог будет использовать, он должен видеть не только откровение, что там какой-то пастор сказал, или там еще кто-то говорил, и ты уже хочешь взять, и ты умолил поимки, ты рейтис. Всякий раз, когда откровение приходит к тебе, ты должен тоже и видеть себя. Моисей говорит, у меня нет речи. Господь говорит, я помогу тебе. Исаия говорит, хотя он видит Бога, он слышал хорошее там прославление, а он говорит, ой, грешный я. И Господь говорит, ощущаются твои грехи. А тебе иди. Идем дальше. Иеремия. Иеремия. Первая глава. Первый спирус. Человек, которого Бог будет использовать. Он должен видеть и слушать Бога. Но он должен и видеть себя. Это очень важно. Потому что когда ты начинаешь видеть себя, когда ты начинаешь об этом говорить Богу, Моисей говорил Богу о себе, Исаий говорил Богу о себе, и Бог пришел на помощь. Первая глава. Или ты будешь вымытен, как правильно? Вымучен. Вот, например, я был в Гродно в воскресенье, понедельник, вторник, ночью я уехал туда. Я приезжаю домой, где-то час начала второго. А утром я должен был приехать в Литву. O ryte aš turėjau atvažiuoti į Lietuvą. Mala spat. Mažai miego. Na. Post, tara, eto, na darogi ja, eto. Kelyje aš. U mine na mašin, na panelė tam pajavira krasnį sviet. Ir tam. Paka ja jėgau iš Gurna. Užsidegė raudona šviesa mašinoje, kai aš. A eto būra nočių. O tai buvo naktis. Vesti tam, eto, tjomna. Visur tamsu. А это красный свет, я знаком. А когда-то это красный свет показался, и машина, короче, перестала работать. И я это заметил, это красный свет меня, и я, Господь, только не на этой дороге, пожалуйста, да. Все, слушай, кто будет остановиться, еще ты черный такой, еще стоит ночью, и ты думаешь, кто-то тебя остановится. Я только Господь, только не это, пожалуйста. Да, помоги мне дойти до дому, пожалуйста, Господь, я только прошу. Я езжу уже, все, музыку выключил.
еще убьет. У меня уже когда все забьется, и это все я смотрю, и тоже у меня этого света нету. То, что сейчас нера, то сейчас. Короче, если мы не будем стараться, чтобы Господь рядом с нами, ты скоро будешь сдаваться. Но ты тоже просто признайся. Видеть, в чем твои слабости, в чем твои грехи. И не только желать кому-то откровение говорить. Кашкам кальбейте прищимус. Между прочим, Аркитко. Если ты действительно хочешь, чтобы помочь людям, тогда позволь Богу это делать через тебя. Бог будет работать с собой. И то, что Он делает в тебе, будет влиять на других. Иначе ты там один будешь. А что вы думаете, я давай будем поститься. Давай будем молиться. Я просто не представляю, как служить. И ты там будешь кричать, потому что ты стараешься, чтобы что-то было. Но скоро ты устанешь. Тебе хотели бы, чтобы Дух Святой пришел. Да-да. Чтобы это было, да, я не говорю, что тебе будет совсем легко, нет, но в духе это совсем по-другому. Следующее место Писания. 1 глава Иеремии. Читай с 1 стиха. До 6. Žodžiai Jeremijo kunigo Hilkijo sūnaus iš Anatoto, iš Benjamino žemių. Viešpats kalbėjo Jeremijui 13-aisiais Jozijo Amono sūnaus Judo karaliaus viešpatavimo metais. Taip pat viešpataujant Jozijo sūnui Jehojakimui ir iki Zedekijo Jozijo sūnaus Judo karaliaus 11 metų 5 mėnesio, tai yra Jeruzalės išvedimo į nelaisvę. Viešpats kalbėjo man, sakydamas, pažinau tave prieš tau gimstant. Пошвентинал тебя и поскилил пранашу тутонс. А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Аж отсекел, ах, вешпати, Деве, аж не могу кальбети, не сосу так вейкас. Вот, если ты действительно можешь быть успешным служителем, ты не будешь только видеть Бога, ты всегда будешь себя видеть. Ты матиси не тик Деве, и ту и сам ты как матиси. Я вам говорю правду. Чем сакал тесы? Когда Господь мне положил на сердце служить в Минске, я подумал, я что не получится, я говорю, ну, я не могу. Ну, кто меня будет слушать? Вот я больше 20 лет смотрю, как у меня по-русски. А еще я только что закончил, я говорю, нет. Ну, кто будет меня слушать? Я еще смотрю на свой рост, да? Я могу правду. Я смотрю, что я не высокий. Например, как Рамадос, да? Слава Богу, да. Ну, кто будет... Да, я такой... Однажды одна украинка приехала в Минск. С одним, к одному брату, американец был. Там и этот брат сказал, что Моисей придет с пастором, с нами встретиться. Пастор сможет и эта женщина уже приготовила себя встретиться с пастором. Да, я прихожу. Она, это пастор Моисей. Что пастор сможет? Это говорит, да. Чисто. Ой, я говорю, Господь, я маленький. Я говорю, Господь, знаешь, я же африканец. Ну как все это будет, да? Уже, ты должен будет, надо было уметь увидеть, что Бог это будет делать
чтобы мне идти начинать что-то. Reikėjo pamatyti, ką Dievas darys, kad man, kad man eiti ir ten tarnauti. Иначе, не знаю, как все... Это, понимаешь, это не то, что ты взял доски. Ты не ты, как что пойми лентас. Или там взял инструмент и ты сам играешь, направляя, как хочет. Грой там, дарай кану. Ты идешь к людям. То и нет, по жмонес. А люди это не доска. Жмонес, ты не лента. Это, которое... Знаешь, кто такой человек? Человек – это температура. А температура всегда меняется. Чтобы вы знали. Это животное. Например, вы туда зашли вчера, приехали. И там вся холодная комната. Не галема такая температура. Не галема такая температура. И проговорит, слушай. Я это и знал. Аж ты держинов. У меня есть обогреватель с собой. Аж ты держинов. И мы такие, аллилуйя. Короче, человек это температура. Шмогу стоит температура. Это значит, он не постоянный. Конечно, не постарался. Окей. И ты хочешь идти к нему? Между нори, и ты спаси. Тебе точно нужна Божья помощь. Да, ты крылья, Дева погалба. Иеремия говорит, что я молод. Иеремия сако, аж я. И говори, не могу. Ir negaliu kalbėti. Читай 7 и 8 стихи, пожалуйста. 7, 8 будет туда. И 9. Ir 9. И 10. Ir 10. Bet Viešpats man sakė, nesakyk, aš esu vaikas. Бог начал его. Dievas pradėjo ему помочь. Jam padėti. Он начал работать с ним. Pradėjo dirbti su juo. Как Бог будет работать, если ты не признаешься ему? Dirbs, jeigu tu neprisipažįsti jam mūsų. Nu, kak on čisti tvoji grehi, jeigu ti negavari, kak Isai. Tavo nuodėmės. Nu, kak on da tibė drugova čelėka redom, jeigu ti negavari, kak Maisėja. I kaip jis tau duos kitą žmogų, jeigu tu nekalbėsi kaip mūsų. A kak on tibė pastroji vėru. Kaip jis tavyje pastatys tikėjimą. Jeigu ti neprisipažįsti, jeigu ti molo, to ti... Jeigu tu neprisipažįsti, kad slabo. Silpnas. Čitai, štai man čisto buvo načia jimu gavaryti. Ir štai, ką Dievas jam pradėjo kalbėti, Viešpats man sakė, nesakyk, aš esu vaikas, bet eik, pas ką tave siūsiu ir kalbėk, ką tau liepsiu. Nebijok jų, nes aš esu su tavimi ir tave išgelbėsiu, sako Viešpats. Tada Viešpats ištiesė savo ranką ir palietęs mano lūpas tarė man, štai aš įdėjau savo žodžius į tavo lūpas. Štai ką? Это недостаточно просто слушать проповедь по компьютеру, и тебе покажется, что хорошая, и надо идти начинать служение. Пусть эта проповедь сперва поможет самому тебе. Самому тебе. Вот сначала. Увидите себя. Аминь. Это важно. Šiandien paskyriau tada virš tautų ir karalysčių rauti, griauti, nuversti, naikinti, statyti ir sodinti. Bog būdė pamagat tamu, Dievas padės tam, katurė vidė sibė pirdnį. Kuris mato save stovinti prieš Dievą. Možeš vidė sibė. Gali matyti save. Kakui ty pirdė Bogą. Koks tu prieš Dievą. Вот, я знаю, что у тебя уже начнется это. Я знаю, что будет. Бог будет ощущать твое сердце. Да. Потому что ты всегда будешь видеть себя. И Бог начинает работать с собой. Например, ты начинаешь видеть. То, что ты видишь. Я не хочу сказать. Откроем от Луки. Отсидерским Луку Евангелие. Пятая глава. Пятая глава. Читаем с первого стиха. На первосе Лукас. Kartą, kai minios veržėsi prie jo klausytis Dievo žodžio, jis stovėjo prie Genezareto ežero ir pamatė dvi valtis stovinčias prie ežero kranto. Žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis paprašė truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs mokė minias iš valties. Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui, irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui.
Simonas jam tarė, mokytojų, visą naktį vargė, mes nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžių užmesiu tinklą. Tai padarė jie, užgriebė didelę daugybę žuvų, kad net jų tinklas pradėjo trūkinėti. Jie pamojo savo bendrininkams buvusiems kitoje valtyje atplaukti į pagalbą. Tie atplaukė ir pripildė žuvų abi valtis, kad juos beveik skendo. Tai matydamas, Simonas Petras puolė Jėzui po kojų, sakydamas, pasitrauk nuo manęs viešpatė, nes aš nusidėjėlis. Matot, ką Simonas padarė? Šiandien dauguma, ypač katalikų, labai garbina. Ką vidra Petra Svetova? Kažkas tam Petro šventoje. Visur Petras, Petras. O štai jums Petras čia. Kad on vidė viličį Jėzusą. Kai jis pamatė Jėzus didybę. Jis puolė ant kelių. Он сразу начал себя видеть и говорит, уходи от меня. Я не достой. Я греховный. Уходи от меня. Иисус говорит, нет. Я буду тебя использовать. Братья и сестры, Бог хочет нас использовать. Но недостаточно нам видеть откровение. Но они нужны. Но когда ты начинаешь видеть, что откровение приходит к тебе, это значит, Бог хочет использовать тебя. Но представьте, что 10 человек пришли в церковь. Да? 5 ничего не слушают одну и ту же проповедь. А 5 из них все закрыть. О 5-ms viskas užnemta. Или 9 из них все закрыто. Arba 9-ms viskas užnemta. А те все говорят, аллилуйя, аминь. Но же все сако, аллилуйя, аминь. А ты там один, все тебе открывается. О, тут вен, а сертау кошкас отцеверя. Это значит, он хочет тебя использовать. Ты решишь, как изнори тебя нудоти. Поэтому откровение приходит к тебе. Todėl apreiškimas ateina tau. Ты читай Библию. Tu skaitai Bibliją. И сразу откровение идет. И iš karto apreiškimas eina. Ты сидишь. Tu sėdi. И тебе идет разумение. Ir tau supratimas ateina. Он хочет тебя использовать. Jis nori tave naudoti. Но. Bet. Ты должен видеть. Tu turi matyti. Что другое. Dar kitą dalyką. Кого он хочет использовать. Ką jis nori naudoti. Меня. Мене. Ой, Господи. Ой, Господи. Помоги мне. Ты подел ма. Вот у меня еще это есть. Ты мне ты. Прости, я чистил меня. Лязг рапвалик ма. Помоги мне, Господь. Подел я, что ты говорит. Петр сахар. Отойди от меня. Посыграв на меня. Я человек греховный. Аж не сидеялись. Когда ты хочешь, чтобы Бог использовал тебя. Ты ту нори, как Дева с тобой наудоту. Тогда ты, Боже, идет на колени перед мне. Ты тут. Daugiau ir daugiau įnė ant kelių prieš jį. Потому что ты понимаешь, что то, что он тебе открывает. Nes tu supranti, kad tai, ką jis tau atveria, это не только для других людей. Tai ne tik dėl kitų žmonių. Это тоже и для тебя сама. Tai taip pat ir tau pačiam skirta. Ты живешь. Это откровение. Тут я сок майтнеси по прищему. Как это? Как правильно? Живешь. Переживаешь. Да, как? Переживаешь. Переживаешь. Это. Сок храм ты садия. Ты это глотаешь. Ты рие. Да. Это тебе сначала. Ты тау, почамешь под врачу. И теперь Господу. И это. Прийду та вішпочу. І Господь наповнює твої недостатки. І вішпоць попилду та отруку. Своє откровення. Саме врішки мої. Він підготовляє тебе. І зможе тебе. Щоб ти мог йти. Та ту галету мій йти. Місі з ним. Карту з його. І передати це откровення. І передати та врішки мої. Може ли бити себе? Гали помогити себе. Перед Богом. Прежде Дьявол, многие проповедники, служители падают, потому что не могут видеть себя. Многие старнауты, помощнику, я крыто, они все не горят помогать. Они не в состоянии видеть себя и исповедовать это. Я верю, помогите себя, если что, жить ты. С
смотри, читает 10 стих. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывшие товарищами Симона, и сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Taip pat Zebedėjaus sūnus, Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai, o Jėzus tarė Simonui: «Nebijok, nuo šiol žmonės žvejos». Jis sako: «Petrai, я вижу твое смирение. Я вижу, что ты понимаешь себя. Не бойся». Почему он говорит, что не бойся? Потому что состояние ветра было открыто ему сразу. Человек, которого Бог будет использовать, он будет видеть откровение. Он будет слышать голос Божий. Но он должен видеть тоже себя. А когда ты начинаешь видеть себя, ты должен покаяться. Ты должен отгилауте. Чтобы отдаться Богу. Когда цитуату мне Деву. На употребление. Там, когда Дева сгорит у тебя на ногу. Я верю, что Бог поднимет много слушателей из нас. Тикю, как Девас покелась долг тарнатую, так у нас, чему сатанка. Но это будут те люди, которые слушают проповедь. Которые глазу помогут. На, я, давай я поставлю итог. Да. А что я еще договорюсь? У нас будет еще слово дальше. У нас даже туризм жоли. Да, это сегодня утром мне Бог дал то, что я говорю сейчас. Только теперь, когда сегодня рита Девас мандарати. И есть еще другие моменты. Это всего лишь, первое. Есть другое еще качество. Но я хочу делать отдельные времена, чтобы это осталось. Да, признаки того, кого Бог будет использовать, признаки. То ж мог Господь Девас молдовас Божий. И с этой первой проповеди. И что первое помогло? Это то, что ты не только ходишь, но у тебя постоянно приходит откровение. Ты не так, как ты попросте варишь, ты готов мало дать на прищкими. Ты начинаешь видеть, где служить. Тут прадеды матите, кур тарнаут. Ты начинаешь видеть, что делать. Тут прадеды матите, кадырите. Это значит, Бог открывается тебе для служения. Девас обсиряешь, как того, как то и то. Но второе немаловажно. Но антрас не мажу сарбуз деликас. Ты тоже начинаешь видеть себя. Тут и пад прадеды матите себя. Что поправить? Как ты сидели? Что убрать? Как пошарить? Как молиться? Как мельстись? И ты говоришь Богу. И тогда кайбет Деву. И Бог приходит на помощь. И Дева садина там и погалба. Так что если к вам приходит откровение, теги, юматина, прищима, запишивайте эти откровения. Уже решите то, потому что уже решите. Потом, если у вас не достает что-то, вы берете тетрадь, и у вас то сказать сразу, вы смотрите, и сразу вы начинаете, потому что Бог когда-то начал вам это давать. Вроде бы теперь ты не видишь повод для этого откровения. Но жди, вот завтра ты сиди, ничего нету говорить. И ты берешь тетрадь. Вау, послушай, вот почему у тебя ничего нету? Потому что я хотел, чтобы уже ты говорил то, что ты писал год назад. Человек, которого Бог будет использовать. Он должен видеть откровение, принимать откровение, записать откровение. Человек, которого Бог будет использовать. Берет и берет. И она, временно говорит: «Господь, я, вот я, очисти меня, помоги мне, я слабый, дай мне твой сил, помажь мне, Боже, дай мне не грешить». Человек, которого Бог будет использовать. А мы хотели, чтобы Бог использовал каждого из нас. Не были только прихожанами.
Tie, kurie tikrai lankytojai. Я молюсь, чтобы когда ты сидишь и слушаешь проповедь, чтобы свет откровения пришло на твою сторону. Ты слушаешь слово, и все открывается в тебе. Ты будешь читать Библию, все открывается в тебе. Это признак, что Бог будет тебя использовать. Но для твоей собственной защиты ты должен уметь себя видеть. Иначе завтра ты упадешь, и так упадешь, что тебе уже не охота будет ничего делать религиозного. Конечно, если ты выживешь. Что надо делать за откровение? Давайте прочтем. Мы помолимся. Мы начнем молиться. Вы поймите, сейчас не сегодня. Мы будем молиться сегодня. Будем молиться. И будем танцевать. И будем славить Бога. Божье желание. Не плоть поднимать. А твой дух поднимать. И ты идешь в город. И ты такой свежий. Сильный духа. Иисус вышел из поста силы духа. И ты пойдешь домой, побеждая эти. Ненормальные внутри. Сегодня Господь меня перевел. Я хочу вам сразу сказать, что у меня уже пост, уже пошел на позу. Даже то, что я поговорил сегодня, он меня сегодня утром дал. И еще меня сегодня дал увидеть первый раз в своей жизни мир желания. Первый раз. Мне открыл там сегодня мир желания. Я буду дальше копаться уже в этом. Мир желания. Чего-то их исполнять. Поэтому они на тебе давят. Но мы об этом сейчас говорить не будем. Я с вами еще интересуюсь этим. Потому что Бог меня показывает, что делать с этими желаниями, чтобы я мог жить нормально. Да, Моисей, я знаю, что тебе нужно побольше машина, чтобы дети не сидели друг на друга. Да, Моисей, я знаю, что тебе хорошо было бы дом. Я вам говорю, что это меня загружает внутри. И Бог меня уже начал показать. Мир желания. И что это делает в жизни человека, который не понимает, как к ним относиться, пока они реализуются. И я благодарю Богу, что я вошел в это понимание. Они не будут меня мучить. Читаем. Слушай, как будто я кушал, я так прикол хочу. Крылья поднимаются. Слава Иисусу. Давай читаем Аввакум и будем молиться. Чтобы меня только не одному было хорошо здесь. Потому что сидеть иногда уже, ой, пастор, давай уже заканчивай. А пастор уже в духе. Пастор, убейки мне, а пастор все в классе. Одна женщина говорит про своего мужа. Мне говорит, это мой муж уже не замечает меня. Он всегда в духе. Он всегда где-то летает по небесам. Как будто я уже не женщина. А это я ему говорю, а правда, это правда? А он говорит, да, я в духе, да. Я в духе. Я говорю, но иногда надо пуститься. Потому что есть жена дома. Он говорит, ну хорошо, подумаю. Всегда на посту. Ну, когда-то надо закончить пост и жить. Нормально. Иди максимум. Так тоже, да?
Да. А он всегда там. Он всегда там. Он как Петр. Кипятрас. Обитель уже нашел. И он с радо стал на мус. Абакум. Абакум. Вторая глава. Андрес Кирус. Это крепкий. Поднимаются тут. Шоксоцкила. Они поднимают, что я, как будто я кушал что-то. Ты кажешь, как будто ладно. Помню, ману ел. Два сня мана. Читай первый стих, пожалуйста. Регеймас, кури мате пранашас и Хабакукас. Вторая глава, первый стих. Он так быстро. Стражу мою ставлю. Второй стих. Извиняюсь. Аж что вечу с Аркибоя, покильсю и Богшта, и стебесю, как Вешпац ман кальбес, и кама на цехиде. Он говорит, запиши откровение. Вешпац пасаке, ужащи крегейма. Запиши откровение. Ужащи крегейма. И начатай ясно на скрижалях. Айшки, ан плохщу. Чтобы читающий легко мог прочитать. Кади гали тут перскайтите. Третий стих. Ибо ведение относится еще к определенному времени. И говорит о конце. И не обманет. И хотя бы и замедлила, жди его. О Боже, спасибо. Жди его. Regėjimas yra skirtam laikui, bet galiausiai jis kalbės ir nemeluos. Jei jis uždėls, tu lauk. Iba neprimėlinas būtėsa, ne atmanysa. Nes jis tikrai išsipildys ir nevėluos. Studijas atkravėnė. Ką daryti su prieštimu? Piši. Užsirašyk. Bog tibė pakazivai su jahašu tibė įspozovat. Dievas tau rodo, kad jis nori tave naudoti. Konečno, jis ir netų atkravėnė. Žinoma, tu nėra prieštimo. Aš tu pisat. Ką rašyti? Ničiau. Nieko. Tad sėdėjau. Tada taip ir sėdėjau. Nu, jis prigodė atkravėlė. Bet jeigu ateina prieškimas. Piši. Rašyk. Eta pievai prisna tavo, sto Bog hoši tibė įspozovat. Tai pirmas požymis to, kad Dievas nori tave naudoti. Kada Bog hoši kavota įspozovat. Kai Dievas nori kažką naudoti. On načinai atkrivasa etamu čelovėku. Jis pradeda apsireikšti, atsiverti tam žmogui. Čiris slova. Per žodį. Слово начинает открываться тебе. Жоди спрятаться от цивилизации там. Но если ты не будешь хорошо относиться к этому слову, ведь его тут не тисинка и эльсис это тоже. Не принимаешь это откровение. Не принимаешь это прежнего. Не пишешь и забываешь. Ну сорошей, пожи его пирожные чти. Но что с тобой делать? И как ты поставим дарить? Ну что Бог с тобой будет? Как дело ставим дарить? Но когда ты начинаешь писать, ведь тут прежде решить. Интересоваться этим откровением. То место прежнему. Бог скоро будет тебе использовать. Дивас грит, это оно дос. Потому что ты принимаешь, а ты как женщина. Не в таких модерис. Которая принят на семья. Кури премия секла. И ходит 9 месяцев. Ирина, и ваш что 9 месяцев. И эта семья растет. Это секла ауга. И потом ребенок рождается. И потом вейка сгинется. Мы сейчас говорим на тему. Мы с добрым кормим от токи тема. Человек, которого Бог будет использовать. Жмогу скрит, Дивас нудос. Он должен видеть откровение. И стурим отвидя прищкинус. И он должен видеть себя. И стурим отвидя себя. Давайте молимся. Давайте. Будет знать, потом будет другая тема. Потом будет. Нет, это же тема. Мы будем говорить. Но другое качество. Кито сабидес. Человека, которого Бог будет использовать. Уриди вас на удос. Аллилуйя. Господь, мы благодарим.